Так, мы с вами на территории Ташкент-Сити. Пленочкой накрыли деревья, кустики, чтобы не замерзли. Ох, здесь, знаете, за это время очень продвинулось строительство. Уже смотрите, как пообшили здание красиво. Ну, здесь перед нами гостиница Хилтон. С потеплением, конечно же, все дети уже, вот, посмотрите, на дельфинах лазают, прыгают. Конечно, как у нас наступает потепление, но я имею в виду зимой, так уже видите, сразу в Ташкент-Сити всегда много людей, потому что люди приходят здесь погулять. Здесь, конечно, красивый парк, поэтому очень много и с детьми приходят, и молодежь приходит погулять. Здесь также много кафешек, где можно посидеть, там попить кофе, я не знаю, покушать какие-то сладости, поэтому здесь всегда очень много людей. Ну, вот так вот мы с вами приехали, вернее, в Ташкент-Сити. На этом будем прощаться. Ну, прогуляемся нашему Ташкент-Сити. Ой, какая мягкая дорожка красная. Так приятно по ней ходить. Так, здесь уже рядом озеро. Озеро или как это? Бассейн. Баскин Робинс. Ух ты, заледенелая. О, лед. Ух ты. Местами, видите, еще, оказывается, вода не растаяла. Заледенелая. Наверное, в морозы здесь вообще кататься можно было. Если сейчас так замерзло все. Надо же.
Не, здесь неудобно. Thank you.